Всем привет! Такая вот мини-распаковочка. Прикупил себе наборчик под хвостовик 8 мм. Наборчик фрез. Вот такие фрезы под маленький фрезер. Язычок еще. Испытывать их буду явно не сейчас. Жюри, это как такая быстрая-быстрая распаковочка. Поделиться просто, что прикупил. Покупал наборчик по нескольким причинам. Я докупаю фрезы периодически. У них-то понятно, что есть коробочка, но тем не менее. Вот фреза убилась какая-нибудь. Вот, к примеру, вот такие я использую часто. Тут есть побольше. И, соответственно, она вот убилась. Отсюда выбросил, поставил новую. Я, ну, коробочки, это удобно. Другие, как там много кто говорит, что эти все наборы для новичка это такое, но тем не менее, я вот, допустим, знаю, что, ну, такой профиль, ну, мне не очень нравится. Мне надо либо скругленный, либо вот косой. Вот такой еще можно использовать. Вот такие фрезы я использую. Ну, то есть маленькую, допустим, вот такую использую. Вот эту, ну, такие понятно, что использую поменьше, побольше. Вот такую для, ну, короче, вот такого вот выреза я не использую. Вот такую. Но где-то были нюансы, где мне была такая вот нужна. Но пока не использовал. Вот такую тоже не использовал пока что ни разу. Ласточкин хвост. Ну, такое. Не знаю, это надо, чтобы был стол и фрезер был в столе. Поэтому из, в принципе, из всего набора мне только ласточкин хвост не интересен, и вот это мне не интересно. Поэтому тут как бы все по потребностям. То есть, если вы видите, что из набора вы используете 80%, и есть вот, допустим, здесь, почему же я взял, есть кейсик. Мне это импонирует, когда в ящичках, в коробочках. Соответственно, мне приемлемо, потому что, я же говорю, из всего набора мне только вот этих две не интересны, все остальные мне, в принципе, в той или иной степени где-то я буду использовать. Буду смотреть, ну, не знаю, как часто или не часто, но, тем не менее, бывает необходимость что-то где-то делать. Ну, были мысли, а фрез не было. А теперь они есть. Вот такая вот мини-покупочка. Мини-мини-мини. Ну, собственно, все. Я не знаю, что еще можно рассказать. А, ну, по кейсику. По кейсику. Ну, вот замочек такой, конечно. Вот есть люфтик. Но с другой стороны, так что бросить его куда-то на полочку, взять, чтобы они не пылились, ну, приемлемо. Вот это, кстати, приятная такая, нормальная. А вот именно вот это люфты, ну, не очень нравится, но в целом нормально. В целом сделано нормально. Ну, так вот. Всем спасибо за внимание.